Варь, ты долбанулась, ты же к маме уехала. Ты мне изменяешь! Ты дура, я тебе не изменяю. Кар, ну что там? Оль, я перезвоню. Правда не изменяешь? Ну, конечно, правда. Правда, правда? Правда, правда. Честно? Честно, честно. Все мужчины изменяют своим женам. А я не такой, я не такой, я не такой. Тусанем! Отдохнем! Да я не пью. Да мы чуть-чуть. Виола! Виола! Да ну нахуй! Чего? Ты тупой? А где мои пипи? Пипи. Виола! Виола! Молодость все прощает. Какая сука по мне ходила! Вот поэтому я опоздала в ЗАГС! Ничего. Правда? Да. Иди нахуй! Моя невеста, ты моя невеста! Отлично, так и пойду. Алло. Кар, привет! Только смотри, вечеринка на крыше, там прохладно будет. Я тебе перезвоню. Блин, у бывшего дома осталось. Я сейчас все объясню. Я не воровка. Я просто бывшая девушка вашего... Значит, вы утверждаете, что влезли в дом к вашему бывшему парню, чтобы забрать красное пальто, ибо оно идеально подходит к вашему образу? Да. А что, в магазине нельзя было купить? Да я смотрела, там такого нету. А на Алиэкспресс смотрела? А там есть? Там все есть, полный фэшн. А еще 16 по 20 сентября Алиэкспресс Фэшн Сейл. Крупнейшая распродажа на Алиэкспресс. Вот и твое пальто. А еще по промокоду будет скидка на $3 при покупке от $30. А оно быстро дойдет? Быстрее, чем синяк твой пройдет. Ну я пойду? Конечно, пойдешь. Через 15 суток. А что здесь сидишь? Пойдем, мы тебя все ждем. О, сейчас я доработаю и приду. Ладно, окей, давай ждем тебя. Давай, все не выпивать. У меня есть девушка. О чем задумался? Так, о работе. Но ее же здесь нет. Расслабься. Что-то случилось? Нет, все нормально. Слушай, я опаздываю, я побежал. Хорошего дня. Мне так стыдно перед ней. Я, наверное, расскажу. Да забей ты, что, это было по пьяни. Ничего. Я же ее люблю. Ну так тем более, ничего и не говори. Привет. Привет. Что, тебя остановить? Пожалуйста. Что ты тут делаешь? Иди отсюда. Камин, стой. Пожалуйста, остановись. Ну, ты чего? Эй! И когда ты собирался мне сказать? Что я тебе должен был рассказать, а? Да я все знаю. Что? Он говорил, что любишь. Ну, я правду люблю, ну, прости, пожалуйста. Не смогу тебе больше верить. Ну, вот сказал бы тебе, что? Изменилось бы что-то? Простила бы? Это уже не важно. О чем задумался? Карин, я... тебе изменил. Знать, что в каждом из нас, в каждом... Ну и как она отреагировала? Да как? Злая, обиженная. Что-нибудь придумает. Самое главное, что ты сам сознался. Все правильно. Ну да. Жила-была
принцесса. Хочу розового лобстера. Фу, он мерзкий. Не хочу. Я хочу золотой унитаз. Фу, холодный, не хочу. Хочу сережки с самыми большими бриллиантами. Фу, тяжелые, не хочу. Я хочу розовый вертолет в стразах. Зацепила меня, ослепила меня. Это что такое-то, а? Мама, что дальше было с принцессой? А дальше принцесса осталась у разбитого корыта и села на шею к своей сестре. А можно потише? Я вообще-то спать пытаюсь. Мама, а тетя дура? Все бабы дуры, вот от чистого сердца. Здравствуйте. Ничего, ничего не говори. Я знаю, зачем ты пришла. Ты хочешь вернуть парня? Да. Так, он темненький. Да. И зовут его... Арчер! Сука. Амаль. Да, да. Фото. Надо сделать приворот. Давайте. Вы уверены, это Гуччи? Гуччи, хочешь, ты мужика вернуть хочешь? Хочу! Теперь бери вот это, и все, и мужик тебе вернется. Спасибо вам. Давай. Юля, кто приходил? Да бывшая твоя. И что хотела? Хотела тебя приворожить. А я ее пургеном накормила. Кто мой сладкий тигр?